Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2023 года для всех знаков зодиака. Овны. Неделя значимая и при условии внимательного отношения к делам может быть успешной и результативной. Но по-прежнему остаются в силе влияния, которые препятствуют социальному продвижению или достижению лидерских позиций. В случае ослабления бдительности могут иметь место последствия более раннего конфликта или ошибочных действий. Так что изрядная доля скромности овнам не помешает. Плюсами недели с 24 по 30 июля могут стать успехи в делах, связанных с бумагами или домом, а также возможность избежать ошибки, либо получить пользу от ранее сделанных вложений. Также в целом текущая тенденция может принести удачу в деле, которым вы сейчас занимаетесь и к которому испытываете сильный интерес. Тельцы. Для тельцов неделя с 24 по 30 июля 2023 года удачная во всех направлениях. Сомнения могут вызывать лишь то, как будут развиваться отношения с людьми, как личные, так и деловые. Партнеры могут вести себя несговорчиво, либо агрессивно, а в некоторых случаях могут проявлять откровенно корыстное отношение к тельцам. Исключением из этого правила могут быть отношения с родными и близкими людьми, но партнеры по личным отношениям могут не быть в их числе. Также еще одним минусом этой недели может быть упадок сил или сомнения относительно правильности ваших действий, в связи с чем может потребоваться отдых. Несмотря на все эти минусы, неделя обещает быть очень результативной в деловом плане. В каком-то деле намечается крупный позитивный сдвиг. Близнецы. Для близнецов неделя с 24 по 30 июля очень удачная во всем, что касается самореализации. Также позитивные тенденции могут благоприятно отразиться на материальном положении, если близнецы сейчас проявят активность и используют весь свой потенциал. Близнецам в голову могут прийти удачные решения, и они могут сделать верный шаг в нужном направлении. Менее благоприятная ситуация может развиваться в областях, которые затрагивают общение с партнерами, как личные, так и деловые. Но здесь многое будет зависеть от самих близнецов. Близнецы могут проявлять недовольство поведением других людей или в более мягком варианте могут сейчас не очень нуждаться в них. Также есть вероятность проявления ветрености или необязательного отношения к людям с вашей стороны. Раки. Для раков неделя с 24 по 30 июля 2023 года благоприятна во всех направлениях, связанных с деятельностью. И единственным минусом может быть опасность впутаться в конфликты, так как время сейчас конфликтное. Эти конфликты не касаются вас непосредственно, так что будьте осторожны и по возможности не дайте себя втянуть в эти конфликты. Сложные ситуации могут быть связаны с проблемами других людей, которые имели место ранее. То есть могут являться продолжением того, что уже произошло. У семейных раков может быть событие, в котором будут участвовать супруг или дети. Раки могут оказать им поддержку в том случае, если это очень близкие ваши люди. В противном случае ракам лучше воздержаться от вмешательства в ситуации, которые не касаются их. Во всем, что затрагивает деловую и личную сферу, в остальном неделя очень даже благоприятная. Львы. Для львов неделя с 24 по 30 июля очень важная, поворотная. И если текущие тенденции не будут перекрыты вашим отношением, немного даже в чем-то безалаберном,
то это принесет значительное улучшение общего состояния, которое может отразиться буквально на всех сферах жизни, в том числе и на финансах. Сейчас многократно усиливается желание львов руководить и властвовать над ситуацией, так что сфера отношений с людьми может развиваться менее благополучно, нежели другие сферы активности. Но здесь, опять же, будет многое зависеть от желания раков, от желания львов, простите, понимать других людей и учитывать их интересы. В деловом отношении может проявиться некая опасность, которая с большой вероятностью львы сумеют избежать благодаря верным решениям. В конце недели можно ожидать крупной позитивной перемены, которая будет касаться материального благополучия в целом. Девы. Для дев неделя с 24 по 30 июля потенциально очень благоприятная. Происходит качественная перемена, которая в первую очередь затрагивает состояние дев. Это может означать верное решение, правильно сделанный выбор, который повлечет за собой решительный шаг в нужном вам направлении. Как вариант, все это может повлечь перемену места работы или переезд, который в такое время может оказаться очень удачным. Также текущие тенденции могут помочь избежать ошибок или скорректировать что-то в образе мышления или действий. В отношениях с людьми идут менее однозначные влияния, но здесь очень многое будет зависеть от вас. В отношениях с ключевыми партнерами, как личными, так и деловыми, девы сейчас могут быть склонны проявлять нетерпимость, но которая иногда вполне правомерная. Весы. Для весов неделя с 24 по 30 июля 2023 года потенциально благоприятная. Некоторые опасения вызывает лишь тенденция, связанная с собственным состоянием весов. Весы могут либо стоять на распутье и сомневаться, в какую сторону им следует двигаться дальше, либо могут испытывать некоторый упадок сил и уверенности в себе, который может мешать правильно воспользоваться другими, более позитивными влияниями. В это время ни в коем случае не следует идти на уступки там, где это невыгодно вам, весам, а также не следует забывать о своевременном отдыхе. Если соблюдать эти простые рекомендации, то неделя может дать очень хорошие результаты, в том числе в финансовом плане. Несмотря на удачную общую тенденцию, отношения с ключевыми партнерами могут развиваться несколько напряженно и проблематично. Скорпионы. Для скорпионов неделя с 24 по 30 июля благоприятна во всем, что касается их собственных дел, и неблагоприятна в тех направлениях, которые касаются отношений с людьми, как личных, так и деловых. В такое время оптимальным вариантом будет полагаться на себя, не ожидая от других людей слишком многого и соблюдая здоровый уровень эгоизма. Опасной тенденцией может быть желание тратить время и силы на то, чтобы враждовать, мстить или доказывать другим людям, в чем они неправы. Если скорпионы будут сосредотачиваться на том, что находится в вашей власти, это время может быть одним из самых результативных периодов года, и достигнутые успехи могут иметь последующее влияние на оставшиеся в этом году месяцы. Стрельцы. Для стрельцов неделя с 24 по 30 июля 2023 года потенциально благоприятная во всем, кроме партнерских отношений. В общении с людьми, как личных, так и деловом, сейчас у стрельцов может наметиться негативная перемена. И не исключен вариант, когда полагаться в ключевых направлениях можно будет только на самих себя. Исключением из этого правила могут быть отношения с людьми, которые не являются непосредственно вовлеченными в ваши дела и с которыми у вас нет совместной ответственности или бизнеса.
Это могут быть независимые консультанты, советчики и наперсники, или просто даже приятели и знакомые. Во всем, что касается работы или других важных дел, на неделе ожидается какая-то позитивная перемена. Это может означать достижение, получение результатов в деле, над которым вы, дорогие стрельцы, работали уже ранее и долгое время. Козероги. Для козерогов неделя с 24 по 30 июля 2023 года в большинстве направлений деятельности очень скромные. И плюсы этой недели могут скорее касаться того, как будут дела у ваших партнеров. Как будут идти дела у партнеров. По этой причине сейчас большую роль будет играть наличие у козерогов отсутствие или наличие вот таких партнеров. Если у вас есть проверенные люди, с которыми вы имеете дело как в личном, так и в деловом плане, то возможно, что вы сможете полностью разделить успех этих людей. Если же на данном этапе вам приходится полагаться в основном только на себя, то главной задачей этой недели может быть просто сохранение достигнутых позиций, которая, впрочем, является вполне реальной, осуществимой задачей. Водолеи. Для водолеев неделя с 24 по 30 июля 2023 года очень скромная во всем, а в сфере общения с людьми и вовсе намечается какая-то крупная негативная перемена. Сейчас водолеям не стоит выяснять отношения с людьми, и нужно постараться не задевать их специально. Тем не менее, если тенденция будет в силе, возможно, что старания водолеев ни к чему не приведут, и кто-то из ключевых фигур просто отвернется от вас, либо начнет проявлять открытую враждебность. Даже если это случится, наилучшим вариантом будет не обращать на это внимания и сосредоточиться на тех отношениях и делах, которые сейчас наиболее стабильны и предсказуемы. Такая тактика даст позитивные всходы уже в самом ближайшем будущем. То есть очень быстро вы увидите, что можно будет спокойно дождаться более удачного времени. Рыбы. Для рыб неделя с 24 по 30 июля 2023 года благоприятна во всем, кроме тех дел, которые связаны с партнерскими отношениями. На этой неделе партнеры могут начать вести себя несговорчиво или даже враждебно. Оптимальной стратегией в этом случае для рыб будет дать им полную свободу и не пытаться выяснять отношения. Такой подход в дальнейшем вполне может привести к тому, что эти люди сами в итоге пойдут вам навстречу, даже если это будет не прямо сейчас. Во всем, что касается дел, тенденции гораздо более позитивные. Сосредотачиваться желательно на тех направлениях, которые идут хорошо, и ситуации, в которых легко поддается вашему контролю. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока.